тоника обрабатываем зону депиляции. Тоник позволит нам очистить, обезжирить и продезинфицировать кожу. Остатки влаги удаляем салфеткой. В начале процедуры необходимо подготовить кожу для депиляции. Для этого наносим на зону тальк. Он защищает кожу и удаляет избыток влаги. Лишняя влага на коже приводит к тому, что воск хуже цепляется за нежелательные волоски, и тем самым процесс депиляции становится более болезненным, и волосы удаляются не полностью. При помощи широкого деревянного шпателя наносим на кожу воск дольчевита, вне зависимости от направления роста волос. Для данной процедуры мы выбрали азуленовый воск дольчевита. В состав данного воска входит азулен, который можно найти в составе аптечной ромашки. Азулен быстро и действенно снимает раздражение на коже, а также проявляет дополнительный антибактериальный эффект. Воск застынет через 3-6 секунд. Готовый к удалению воск не должен липнуть к руке при касании. Предварительно натянув кожу в направлении, противоположном отрыву, резким движением удаляем воск в направлении от себя, параллельно коже. Вместе с нежелательными волосами фиксируем кожу свободной рукой. Процедуру повторяем на следующем участке. Таким образом обрабатываем всю зону депиляции.